В аэропорту продолжается разбор завалов. Работают не только боевики, непризнанные ДНР. В украинских СМИ появилась информация, на работы привозят и пленных солдат украинской армии, в том числе так называемых киборгов, тех, кто недавно оборонял этот объект. Под обломками здания обнаружены тела погибших украинских воинов. Основные потери киборги понесли как раз после обрушения перекрытий. Донецкий аэропорт сегодня. Материал коллег. Под руинами Донецкого аэропорта обнаружены тела по меньшей мере 30 украинских военных. Об этом в четверг заявили представители сепаратистов. По сообщению корреспондента Рейтер, к разбору завалов и извлечению останков привлечены военнопленные. Это вообще не наша работа доставать трупы. Наша работа их делать. Здания терминалов частично обрушились, поэтому поисковые работы продвигаются медленно. Сложности заключаются в том, что был произведен завал. Завал обвалился с 3-4 этажа, потолки сложились. Собственно, плиты очень тяжелые, они целостные, а тела находятся, собственно, под ними. По словам поисковиков, плиты приходится измельчать, чтобы подобраться к останкам военных. Вероятность новых обрушений по-прежнему сохраняется. Власти самопровозглашенной республики обещают установить личности погибших и связаться с их родственниками. Бои за Донецкий аэропорт шли практически непрерывно с мая минувшего года до конца января. За почти 9 месяцев сражений терминалы и здания были полностью разрушены ударами артиллерии. Летное поле испещрено воронками. Точное количество жертв с обеих сторон по-прежнему остается неизвестным.